Привет, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов и сайт focus@moreka.ru. В этом видео я хочу научить вас одному такому несложному флоришу, который называется литовгенезис. Этот флориш хорошо подойдет для новичков, но сходу он у вас не получится, придется немножечко потрудиться. Итак, давайте смотреть, что это за флориш. Итак, друзья, для того, чтобы показать этот флориш, который называется литовгенезис, я воспользуюсь картами ног. И сейчас давайте посмотрим, как он выглядит. Да, хочу заметить, что этот флориш, он ложный. Ну, в смысле, в каком плане ложный? То, что порядок карт остается прежним. К примеру, посмотрим, внизу у нас двоечка пик, наверху у нас девяточка черви. Давайте посмотрим, как выглядит литовгенезис. Двоечка пик также осталась внизу, девяточка черви также осталась наверху. Ну что ж, друзья, хочу сразу подметить, что если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то прямо сейчас подписывайтесь. Для этого кликните по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать на борт. Конечно же, лайкайте и комментируйте это видео, чтобы выиграть приз. Ну что ж, мы тем временем переходим к обучению этому флоришу. Ну что ж, друзья, теперь давайте разбираться, как выполняется этот флориш литовгенезис. Итак, напоминаю, что он у нас фальшивый. Внизу двойка пик, наверху 9 черви. Итак, давайте разбираться, как его делать. Во-первых, я захватываю колоду в правую руку. Обратите внимание, где у меня большой палец, где у меня средний палец и безымянный. Далее, я делаю свинг-кат. То есть я отсоединяю одну треть и захватываю в левую руку. После чего я делю, опять же, делаю такой свинг-кат. Точнее, не свинг-кат, а просто отделяю еще половину от оставшейся части. Наклоняю руку вот таким вот образом, чтобы у меня пальцы вот эти смотрели на стол. Чтобы я мог их вот так вот как бы на стол положить. То есть разделил, повернул. Далее я поворачиваю вот эту руку, чтобы у меня пальцы были вот так вот, сюда смотрели. И, повернув руку с средним и большим пальцем, я захватываю вот эту нижнюю часть. Я захватываю эту нижнюю часть, после чего поворачиваю руку сюда. Большим пальцем правой руки, вот этим, упираюсь вот в эту верхнюю часть и упираю ее в указательный палец. То есть, обратите внимание, как у меня сейчас все это выглядит. То есть уперся, и я теперь ее вот так вот вверх поднимаю. Далее, оставшимися пальцами нижнюю часть я поднимаю вот так вот сюда наверх. То есть еще раз смотрим. Нижняя часть у меня лежит, и нижними вот этими оставшимися пальцами, средний, безымянный и мизинец, я эту часть вот так вот наверх поднимаю. После чего я опускаю сюда вниз эту среднюю часть, пальцы выпрямляю, опускаю сюда нижнюю часть. И теперь мне надо вот эту часть с семеркой, да, пиковой, накрыть ее сюда, вот этим большим пальцем. Но прежде чем накрыть вот эту руку с этой стопочкой, я поворачиваю вот так вот и кладу сюда палец, имя которому средний. И на средний палец это кладу. Далее я зажимаю это безымянным. И зажав эту стопку между безымянным и средним, я вот так вот ее беру, поворачиваю. И вот эту стопку кладу поверх стопки, которая у меня лежит в левой руке. После чего оставшиеся вот эти карты, я продолжаю вращать вот так вот руку. И кладу их также наверх. То есть двоечка у нас внизу, девяточка наверху. То есть давайте повторим еще разочек. Делаю свинг-кат, отделив одну треть, и захватываю ее. Далее, разделяю оставшуюся стопку пополам, поворачиваю карты вот так вот вниз, чтобы у меня пальцы вот так вот вниз на стол смотрели. Дальше поворачиваю вторую руку, подношу, захватываю большим и средним пальцем, забираю, поворачиваю вверх, большим пальцем упираюсь вот в эту кромку, в узкую, да, в этот торец.
А указательным пальцем упираюсь в другой торец. А остальные пальцы я отпускаю. То есть она у меня находится вот так вот сейчас. Держится двумя пальцами. Указательной левой руки и большой правой руки. То есть уперся, поднял. Этими пальцами я вот так вот поднимаю эту нижнюю часть. Выпрямляю их. Среднюю часть кладу вниз. И прежде чем накрыть, поворачиваю руку, вот так вот поворачиваю руку, и средний палец кладу поверх вот этой вот стопочки. Далее, на средний палец я накладываю стопку, которая в левой руке, и зажимаю эту стопку безымянным пальцем. После чего я их начинаю вот так вот вращать, эту стопку кладу поверх стопки левой руки, и оставшиеся карты также я накрываю. Все. Little Genesis у нас сделан. Так что если повторить, то получится так вот. Да, кстати, в этом флорише возможен еще такой вариантик. Я его, правда, не отрабатывал, просто видел. Когда наверх колоды кладутся, к примеру, 4 одинаковые карты, например, тузы. Один туз кладется лицом вверх, 3 туза кладутся на него рубашками вверх. Далее выполняется Little Genesis. После чего один туз, вот этот вот верхний, захватывается вот этим вот средним и безымянным пальцем. Открывается. Далее палец стягивает второй туз, открывается, и возвращается, захватывает этот туз. То есть получается, вот так вот я 4 туза открываю. Я эту комбинацию не отрабатывал как-то, но просто видел, что она есть. То есть еще раз сделали Little Genesis. И вот так вот первого туза открыли, второго и третьего. Вот так вот у нас все это будет выглядеть. Если вам такое интересно, отрабатывайте. Ну, я как-то не стал этим заморачиваться. Ну что ж, друзья. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно комментируйте и лайкайте видео, чтобы стать лучшим комментатором месяца. Итак, до встречи в следующих видео. Пока!